Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том, как узнать модель вашей видеокарты. Понадобится это может вам по самым разным причинам, одной из которых может быть, к примеру, скачивание драйверов. Ну и давайте не буду затягиваться вступлением и перейдем сразу к делу. Существует несколько способов, как узнать модель вашей видеокарты, одни чуть сложнее, другие чуть легче, но в целом все они очень простые. Для первого способа зажимаем комбинацию клавиш Win плюс R и вводим здесь следующую команду DXDiag. После нажимаем ОК. И у вас вылазит такое вот окошко. Здесь переходим просто во вкладку «Экран». И здесь во вкладке «Устройство» вы видите модель вашей видеокарты, название, то есть у меня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, изготовитель, тип микросхем и так далее. Для следующего способа тыкаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск». И здесь выбираем «Диспетчер устройств». Затем ищем здесь видеоадаптеры, обычно они вверху, и нажимаем на стрелочку. Как видите, тут есть название нашей видеокарты. Также можем посмотреть более подробное описание, для этого нажимаем два раза на название видеокарты. И здесь также можно увидеть версию драйвера, сведения и так далее. Ну и последний способ, самый простой. Для его реализации тыкаем правой кнопкой мыши по свободному месту на рабочем столе. И здесь выбираем параметры экрана. Затем в открывшемся окне выбираем дополнительные параметры дисплея. И здесь написана модель вашей видеокарты. Ну а на этом все. Если данный видеоролик смог вам помочь, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока!